Недостаток дождей – серьезная проблема для аграриев. Правительство уже предпринимает ряд мер по поддержке сельхозтоваропроизводителей, пострадавших от засухи. Однако пришлось прибегнуть к более решительным мерам. В рамках чрезвычайной ситуации из резервного фонда правительства края выделено 40 миллионов рублей, на которые заключен контракт по искусственному увеличению осадков. Чтобы некоторые районы Ставрополья не остались без урожая, дождь решили вызвать искусственным путем. Для этого в регион прибыл самолет Росгидромета. Летающая метеолаборатория поможет бороться с засухой на полях путем искусственного увеличения выпадающих осадков. Причем это не первый опыт использования такой технологии в истории Ставрополья. Впервые в нашем Ставропольском крае такие работы были проведены в 1986 году после катастрофы на Чернобыльской АЭС, когда, значит, украинские, так сказать, зерновые, так сказать, посевы были заряжены, и стала проблема, значит, спасти, так сказать, урожай страны Советского Союза. Поэтому было принято решение Политбюро на очень высоком уровне, и дело 20 июня самолет-лаборатория Ил-18 под моим руководством был направлен сюда, в Ставропольский край, и мы начали здесь работать. Вот это было начало этой, так сказать, вот методики применения, значит, для сельского хозяйства у нас в стране. Самолет-метеолаборатория – это довольно сложное современное устройство, на борту которого установлено специальное оборудование. С его помощью можно измерять состав воздуха и контролировать погодные условия. По словам главы региона, такое активное воздействие на погоду должно увеличить месячную норму осадков примерно на 30%. Самолет, он оборудован измерительной, вычислительно-измерительной аппаратурой для определения всех параметров облаков, которые, так сказать, надо, необходимо измерять, и техническими средствами воздействия на эти облака. Самолет, сейчас оборудован комплексами. На этих комплексах работают специалисты высшей квалификации. Все бортоператоры и испытатели имеют статус испытателей. Поэтому, значит, мы готовы эту задачу постараться решить. Погодные условия зимы и весны 2020 года с уверенностью можно назвать аномальными для Ставрополья. Нас ждет серьезный недобор урожая. На сегодняшний день Росгидромет нам дали как бы плачевные такие результаты, что у нас и почвенную засеху мы увидели. Мы впервые увидели 20 дней, значит, заморозки весенние. Никогда такого на территории края не было. И зимнюю засуху. Значит, и вот выводы пришли к тому, и ученые, и мы, технологи, и Министерство сельского хозяйства, что недобор урожая составит очень как бы серьезный. Мы уже по предварительным данным докладываем правительству края, губернатору Владимиру Владимировичу Владимиру о том, что недобор урожая именно озимых, зерновых культур составит до 50%. Это очень серьезно, это экономика, это жизнь наша и так далее. Однако спасти урожай и противостоять засухе регион может с помощью мелиоративного комплекса Ставрополья. В рамках поручения главы региона Владимира Владимирова о развитии мелиоративного комплекса в текущем году выделено свыше 1 миллиарда рублей. Это на 30% выше уровня прошлого года. В 2020 году в крае запланирована реализация 19 проектов нового орошения на общую площадь 9 тысяч гектаров и на сумму около 2 миллиардов рублей. Ранее Владимир Владимиров писал, что в 7 районах Ставрополья поля будут пересеяны из-за засухи. Белоснежная зима и отсутствие дождей весной заставили тревожиться по поводу урожая. Но сейчас засуха отступила, и это дает надежду. Полагаться будем не только на погоду. Пересеем часть полей, которые особенно пострадали. Поддержим аграриев рублем, средствами из краевого резервного фонда. Прогнозы сейчас осторожные, но точно будем с зерном. По мнению ученых Росгидромета, с учетом изменений климата, особую значимость приобретает капитальная реконструкция в регионе сети водных артерий, предусмотренная госпрограммами по развитию мелиорации и использованию природных ресурсов. Владимир Владимиров поручил сформировать в правительстве края рабочую группу для выработки подходов к развитию АПК и региональной экономики в целом в условиях новой климатической ситуации. По словам губернатора, сейчас как никогда важно поддержать и самих аграриев. Поэтому из резервного фонда края на их поддержку выделят 1 миллиард рублей. Более того, от региона в адрес правительства России направлен пакет предложений, которые касаются выделения дополнительного лимита льготных кредитов для аграриев, а также продления займов, взятых ранее. Прорабатывается вопрос об освобождении сельскохозяйственных товаропроизводителей от уплаты авансовых платежей за этот год по налогу на имущество организации и земельному налогу. Правительство намерено всеми силами поддержать экономику ставропольских сельхозпроизводителей. Дарья Семеренко, Павел Селиверстов, АТВ «Ставрополь».